Верный пес, надежный друг, зависит от хороших рук. В Иванове состоялся областной конкурс «Я и моя собака». В нем приняли участие 12 ребят и столько же их хвостатых питомцев. На сцене юным кинологам предстояло показать домашнюю заготовку. Хозяин дает команду, собака выполняет. Кроме самого распространенного «голос», «лежать», «сидеть», лохматые подопечные умеют и фокусы исполнять, и даже считать. Таня вместе со своим померанским шпицем Джулией подготовили небольшую сценку. Вот девочка учит уроки, а собака выполняет роль подставки под ручки или ластик. Правда, хозяйке тоже расслабиться не удастся. Поспать за учебником не выйдет. Джулия веселая, но иногда бывает погрустит. Это бывает после тренировок особенно. А что да? У нее за тренировки? Ну, там мы учим команду сидеть, лежать. Голос у меня в последнее время почему-то перестала она лаять. Ну и многое другое. Кроме декоративных собак, бывают еще и служебные работяги. И показать это наглядно готов профессиональный кинолог вместе со своим напарником Марком. Немецкой овчарке год и 4 месяца, а он уже настоящий богатырь. В холке 82 сантиметра, при том, что стандарт 65. Вот такой большой друг и профессионал. Собака учит детей ответственности, правда, не всех. Вот, учит именно любви, состраданию и настолько более внимательному отношению даже в процессе потом к людям. То есть, если внимательно ребенок относится к своему четвероногому другу, понятно, что это передается уже, как бы ложится на подкорку. И к людям он потом и внимательней, и, ну, как бы чувствительней. И не черствеет душа у ребенка. Кроме домашнего задания, участникам предстояло еще теоретические туры соревнования в упражнениях. Лучшие пары получат дипломы, подарки от зоомагазина. Все без исключения могут сходить на экскурсию в зоопарк. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.